Мое любимое место в Белгороде – это старый двор, в котором я вырос. Он находится в самом центре, прямо за стадионом. Это, наверное, с возрастом сентиментально становлюсь, и поэтому сейчас чаще сюда прихожу и вспоминаю, как раньше мы лазили на крышу, смотрели концерты, футбол на стадионе, и бегали здесь везде, а зимой играли в хоккей. Вот. Точный адрес не скажу, чтобы не палить хорошие места. Давай, с праздником!